Друзья, это знак. На месте гибели Андрея Кима индикаторная отвертка, воткнутая в землю. Давайте пока оставим как есть, пройдемте дальше. Давайте возьмем индикаторную отвертку и попробуем пройти по тому месту, где отделилась душа Андрея Кима от его биологического скафандра. Нет, что-то отвертка не ловит сигнала. Прошу сделать скриншоты, описать и в энциклопедию канала Global Wave приобщить. Ролик специально для мобильного репортера. И ко всем мыслящим, как написано на одной из стене импровизированной палатки Куба. Чтобы за произошедшим в этой трагедии был общественный контроль, предлагается согласовать со всей буквой закона, нужны юристы, круглосуточную интернет-трансляцию с этого места. Чем быстрее это будет сделано, тем более точные будут получены свидетельские показания о том вечере, что произошло. Произошла трагедия. И только сейчас от сплоченных действий, элементарного технического оснащения, палатки, генератор, ноутбук, подносить, относить чай, кофе и живые разговоры. И говорить о том, что должны быть тысячи таких, как Андрей Ким. 24 часа. Курс молодого бойца. Сюда не зарастет народная тропа. Здесь погиб Андрей Ким. Мы можем многое, и мы меняем мир.